Всем привет-привет, Саня на связи. В очередном своем любительском видео хотел бы провести тест на воду в телефоне Sony Xperia XZ. Извиняйте, нахожусь не в домашних условиях, поэтому проведем тест здесь. Вот, в общем, этот телефон Sony Xperia XZ. Так вот он выглядит. Я уже воду набрал. И, собственно, будем погружать его под воду. Секунда 15-20 подождем. И потом уже извлечем телефон и проверим, работает ли он. Так, ну, пожалуй, будем доставать его. Так, ну, проверяем. Видим, телефон работает, засветился. А это значит, тест пройден успешно. Для всех тех, кто будет вести какую-то короткометражку в морской воде, не забываем потом промыть телефон пресной водой для избежания каких-либо повреждений от соли. И самое интересное то, что в Великобритании на данный телефон дают 24 месяца гарантию, а в Украине, к примеру, 12. Так что в Украине есть чему стремиться. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.